Поздравили химчанок с 8 марта и музыканты детской школы искусств. В зале девушки и женщины, те, кто трудится в финансовой сфере. Это казначейство, налоговая инспекция, банки, пенсионный фонд. Наши милые женщины, которые несут на себе огромный груз ответственности. Здесь около 300 человек. Сегодня представительницы прекрасного пола поздравляют химкинские коллективы. В преддверии женского дня наградили почетным знаком главы Химок. Вручал награды первый заместитель руководителя муниципалитета Дмитрий Кайгородов. Хотелось бы сказать вам спасибо, что в ваших руках находятся фактически финансы всего города. Вот, и вы ими умело управляете. И от этого город наш красивый, еще, я думаю, будет лучше и краше. Поэтому с праздником вас! Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.